сейчас мы будем делать самураем. Стоимость его 800 рублей. То есть в том мире еще была скидочка. Вот, смотрите, как он выглядит сзади. Я так поняла, то, что нельзя смотреть на него. Целовать его. Вот. Сейчас погнали. Ну давайте сейчас. И так. Набор для изготовления, файл. Пауза. Вот, и налила уже клея белого 15 мл. Так, что там дальше? Добавьте в клей 30 мл воды комнатной температуры. Тщательно размешаем. Так, вот. Получается, что до конца аккуратненько. Наверное, вот это хватит. Это не игрушки. Там еще, наверное, эту палочку нужно. Да, берем палочку, начинаем перемешивать, да? Тщательно, да? Да, тщательно. Юный химик. Так, теперь вот нужно добавлять всякие краски, да, красители, чтобы у нас был с собой разноцветный слайм. Сейчас мы покажем, да, какой где цвет можно смешать. Так, вот здесь всякие разные цвета можно смешать. Я не хочу смешать. Так, на самом деле здесь в этом контейнере, так скажем, очень мало места, не знаю. Еще экскаватор добавлять, поэтому, Ника, что ты сделаешь? Перельем, да? Секунду. Вот я уже здесь перелила. Так. Теперь мы что добавляем? Мы добавляем краску, да? Да. Никуленька, давай добавляем краску. Ника хочет какой сделать у нас крахмал? Крахмал? Какой слайм? Желтый. Ну, давай. Так, сколько там как? Не капель, не жалей. Ну, не давай не все. Давай, еще. Ой, он какой-то. Не, он не желтый. Он на желтый похож. Мы что, яичницу делаем? Давай еще добавим. Давай еще добавим. Чтобы было. Вообще, на самом деле, вот инструкция здесь и все, что входит, да, вот в данный набор, абсолютно не совпадает. Клей белый, клей белый, должен быть клей прозрачный, неоновых, какие-то тут вот неоновые слаймы можно сделать, но на самом деле здесь этого нет, ложки тоже не было. Ну, можно сделать. Так, ну давай, опять-таки, он какой-то совсем такой желтый, да, Никуленька? Ну давай, добавляем блесточки, тут уже все зависит от вашей фантазии. Да, я хочу добавить это и это. А следующий слайм я буду делать на кадром, добавлю вот эти вот шарики. Шарики тут есть. Хотя давайте сначала будем все делать. Никуленька, давай, добавляй. Так, давайте где там. Давай, секунду. Ну, давай. Давай добавим. Ой, я все вынесла. Красная. И красная.
минут. Так, теперь размешиваем 1-2 минуты и добавляем активатор. Ну, давайте сейчас будем потихоньку. Добавляем мы что? Потихоньку. Что мы добавляем? Активатор. Ну, я уже кусочек получился. Так, давай. Все, я думаю, да? Кусочек вижу. Медленно налейте активатор в другой состав и размешивайте в течение 2 минут. Господи. Так, ну Ника пока будет мешать, и мы посмотрим, что у нас получится. Надо все, мне кажется, да? Размять. Тише. Тоже с палочки сниму. Иу. Да, он был такой сначала красивый, теперь он стал непрозрачный, да? Как на ощупь? Не очень мягкий. Как снег. Наверное, и правда прям. Ну, может, еще есть еще один шерм сделать с вами. Так, ты же, у тебя же есть какие-то секреты, да? Ну, как его размягчить? Теперь будем пытаться размягчить. А теперь слайм номер 2. Так, и что? Второй мы слаймик делаем какой? Этот будет фиолетовый. Нужно найти краситель. Фиолетовый. Мы уже почти все сделали. Осталось добавить красители, блесточки, шарики. Так. Получить фиолетовый, нужно смешать красный и синий. Давай, ой, красиво. Как-то вот он не похож почему-то, знаешь, на фиолетовый, да. Что уж это такое, а? Ладно, сейчас попробуем похимичить. И покажем вам, что финалочку, как это все у нас получилось. Данюш, скажи, слайм. Вышел у тебя слайм. Вот и наш слайм. Проверим его качество. Такой. Развалился. Ну, у нас же есть еще один крахмал. Ну, суть давайте... в том, что в этом наборе можно сделать 3 слайма. Один не получился, другой не получился. А ничего этот... не получилось, не получилось. Этот, наверное, тоже не получилось. Да ладно, все будет хорошо. Давайте, ребята, да? Всем пока-пока!